Правила газовой безопасности важно знать не только взрослым, но и детям. Что делать, если запахло газом, куда звонить и что может случиться, если не принять меры, рассказали ульяновским школьникам сотрудники «Газпром Межрегионгаз Ульяновск» и «Газпром Газораспределение Ульяновск». Все полученные знания закрепили на практике. Каждый ребенок прошел квест на макете кухни с газовым оборудованием и ответил на вопросы. Если ты почувствовал угарный запах, надо сначала открыть окно, выйти на и закрыть, конечно, газ. Потом выйти на улицу, позвонить на номер 112 или 104. Также ребятам рассказали, когда нужно платить за голубое топливо и почему это важно делать вовремя. Школьники могут стать помощниками для родителей и в нужный день напомнить, что пора оплатить счет, просто не выходя из дома. Это можно сделать на сайте «Газпром Межрегионгаз Ульяновск», в личном кабинете «Мой газ» или установить умный счетчик. Полезные уроки по газовой грамотности любой ребенок может посмотреть на портале безопасныйгаз.рф. Самой увлекательной частью мероприятия стало знакомство с оборудованием и автомобилем газовой службы. Газовая безопасность обеспечивает здоровье и жизнь наших детей, нас с вами. Если дети будут знать, то мы через детей пытаемся донести еще до их родителей эти правила безопасности. И чем больше людей знает о газовой безопасности, тем безопаснее нам с вами жить, потому что газ нас окружает в каждой квартире, в каждом частном доме. Практически сейчас идет программа дегазификации, все газа больше и больше в стране, поэтому газ безопасности очень важно знать всем. В итоге каждый ребенок получил полезные подарки и стал агентом домашней безопасности. За время летних каникул ульяновские газовики планируют провести свыше 35 полезных уроков в детских лагерях. Азбуку газопотребления важно освоить с детских лет. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.